Привет, ребят! Привет. Сегодня мы играем в Roblox. Какие-то силачи. Нужно здесь качаться. И мы начинаем. Пошли куда-то в угол, а то сейчас будут нас бить тут. Пошли. Только не беги с штангой. Не получится. Не получится. Я здесь. Давай в этот угол. Не, я не в угол, а здесь. Я в угол. Я не забывайте про лайки и подписываться на наш канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы вы первыми смотрели наши видео. Мы качаемся уже. И постарайтесь под этой серией набрать 70 лайков. Нам будет очень приятно. Ты посмотри, как у меня рука. До другой руки достает. У меня тоже. У тебя тоже? Угу. Ты уже вижу, подкачался. Потрогал, подкачался. Здесь нас один парень преследует. Это? Да. А может на беговую дорожку пойдем? Нет, давай здесь. Я на беговую дорожку. Я здесь. Я здесь буду качаться. Ну, сейчас мы накачаемся и вам покажем, как мы накачались. И всем привет! Мы приеднались. Тут у нас какой-то парень пришел, и он добавил нас в друзья. Если ты сейчас нас смотришь, обязательно подпишись на наш канал. Ты для нас самый лучший друг в Roblox. Так что подписывайся на этот канал. Если хочешь. И нажимай на колокольчик. Чтобы не пропускать наши замечательные видео. ОМГ. ОМГ. 2112. Черточка. 123. Да. Мы тебя заполним. Он вышел. Он, наверное, подумал, что мы снимаем видео. Наверное. А может он просто вышел. А может он не знает про наше видео, а просто подошел до нас. Если бы дал он свой номер, ты бы позвонил к нему. Сказал бы канал, чтобы подписался. Да. О, я уже подкачался. Ну, подкачался, да? А ты видишь, у нас там песок. Да. Друзья, мы часто играем. Я часто играю на пиццерии. И если хотите попасть в наши видео, тогда заходите на одни из этих серверов. Находьте нас в друзья и добавляйте нас. Конечно же. Если увидели такого чувачка в очках с таким с такой челкой и с восьмеркой на футболке и двумя звездочками. Вот я, например. И имя такое же самое, то значит это мы снимаем видео. Да. Или просто играем. Ну, чтобы... Ну, если вам повезет, вы сниметесь в нашем видео.
А если вы зустрінете меня, то я подписанный А, большая, Р большая, Артемк. Все с великих букв. Мы уже подкачались хорошо. Ой, смотри, как я. Я тоже хорошо. Да, я вижу, как ты подкачался. А ну, я на тебе проверю свою... Нет. Меня чуть-чуть подбило. Мы еще чуть-чуть дрыщи. Не, мы уже подкачались, мы уже не похожи на дрыщей. Но я еще дрыщ. Я нет. Я медленно качаюсь, а ты быстро. А это кто? О, он с нами. Если что, к нам не лезь. Да, бо мы тебя убьем. Вдруг он что-то напишет, то смотри на него. Он вышел тоже. Наверное, это тоже зритель нашего канала и пошел смотреть видео. А как он посмотрит, если мы не сняли, мы еще не выклали видео? Ну ничего. Я вижу очень борзого. Я лучше покачаю. Пойду на беговую дорожку, например. Вон какой-то борзый нашелся, на всех нападает. Покачаю. Иди сюда. Я здесь качаюсь. Штанга появится. Потом. Чуть потом. Ты качайся. Надо Да. Только смотри за ним, чтобы он тоже вижу наш подписчик. Ой, подписчик один. Должна появиться штанга. Побыстрее бы одна начала. А, на нас нападает! Напал! Не бей меня, главное. Убивай! Не развалили. Убили. Качайся дальше. Очень больно. Я к тебе подойду. Конечно, чуть-чуть. Меня нет. Мы уже сильные. Да. А помнишь, когда мы тогда играли, и у меня была репа удара? Да, помню. Он умер, и он стал дрыщом. А у него сила, еще была такая же самая. Прошиб меня. Да, на меня лучше не лезть. Да, ты сейчас больше меня. Да? Да. Когда у нас штанга появится? С
со штангой лучше. Да, быстрее качаться. А не за этой маленькой гантелью. Маленькой гантелью. Ого, какие мы уже. Да, мы уже... Качки. Качки. Ты о, хотя... пойдем на этого большого нападем. Ты видишь эту статую? Да. Может, мы такие же станем? Наверное. Но только надо качаться побольше. И все, зрители, сейчас мы остановим на паузу и подкачаемся потроху. Друзья, у нас уже штанги появились. А вот и этот дрыщ пришел. Ну, какой, какой нас хотел убить. Да. Но он уже нас не убьет. Так что мы на него налетим. То не убивай его. Качайся. То убьем его сразу. А может это не он? Это он или нет? Он. У него такая же самая футболка. И ник. Мы предпочитаем футболки. Да. Мы уже большие. Ну сейчас мы покаемся и вернемся.